Нет, или только секретариат. Есть министр? Вы его в лицо знаете, да? Потому что я российского министра в лицо даже не знаю. У вас же все-таки остров меньше, вы должны... Нет, то есть понятно, наши секретари. В лучшем случае жена. Так вот, только не говорите министру культуры Крыма, о чем бы я спеть хотела, что душе... Насрать на весь тем. Потому что в зале выключен свет, и я вас не вижу, потому что свет идет весь на сцену. Значит, и вы друг друга не должны видеть. Если кому-то в этом зале нужно расслабиться, вы должны знать, что вы можете это позволить. А что такое расслабиться? Это для начала, как тренинг, нужно сходить в одно место, в караоке, где всех расслабляют. Для чего создан караоке? Для того, чтобы любой человек, живший вообще на планете, мог прийти и спеть любым голосом. Иногда говорят, дурным голосом не имеет значения. Дурным, значит, самым искренним. Поэтому вместе со мной сейчас в караоке будем петь. Еще раз говорю, вас никто не видит, поэтому, да, не стесняйтесь. Самое главное, примитивный припев. Ту-ту-ту, на-на-на. Стоп, рядом, ты-ты-ты.